Дорогие друзья, приветствую вас на благодатной земле ЖТСУ и в преддверии праздника Дня Победы. Мы открываем третий этап Кубка Центральной Азии по парапланерному виду спорта. Желаю всем удачи, до встречи! Thank you.
хочется сказать всем, вернее, пожелать почувствовать этот кайф, это вообще непередаваемо. Ощутите небо, это не так высоко, это очень доступный вид спорта. Всем салам алейкум. Надо, чтобы папа поддержал. Меня, конечно, поддержал мой муж. Вот, он тоже пилот, мастер спорта. И благодаря ему я, конечно, сегодня участвую в соревнованиях. Я желаю вам удачи и вашему ребенку всего самого лучшего. Спасибо! Руководитель полета сегодня на старте Медведев Юрий Олегович. Ну, в общем, небо манит всех. Так что все классно, все здорово, летаем, отдыхаем. Желаю удачи. Спасибо. Конечно, море просто неописуемо. И неописуемые, непредсказуемые результаты, прыгают вверх-вниз. Эмоции точно так же. Погода просто огонь, как они говорят. Все замечательно. Организация просто на высшем уровне, как никогда. Спасибо организаторам, спасибо парапланерному кругу. Алган. За такую организацию, за такие соревнования. Все просто замечательно. Желаю вам удачи. Супер, кайф. Спасибо вам. Спасибо за гостеприимство, за нашу, самое главное, за нашу дружбу. Как говорится, это уже как бы очень большая, огромное спасибо за приглашение. Всем здоровья, счастья, удачи и победы всем. Удачи вам. Спасибо.